place I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Поздравляю тебя, Артур, с твоим днем рождения. Пусть Бог тебя благословит. Я вот сейчас нахожусь возле стены плача и буду сейчас молиться за твое служение, за тебя. Пусть Бог тебя благословит, и Алену, и твою семью, церковь твою. Пусть в твоей жизни только будет успех во имя Иисуса Христа. Аминь. Check it out, I'm about to do my thing. King of the floor, king of the swing. Play a little BRV, a dance machine. Play a little jam, I'm coming live, live, live. От всей души с большим волнением, в котором слов не находя, мы поздравляем с днем рождения, с чудесным праздником тебя. Пусть жизнь твоя течет рекою среди высоких берегов. И пусть всегда опорой будут надежда, вера и любовь. С днем рождения, пастор, мы вас очень любим, мы очень скучаем. I've been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever, but now that I'm home, feels like I'm in heaven. Дорогой папа, мы тебя поздравляем с днем рождения. Ты у нас самый лучший. Ты настоящий папа для каждого из нас. Ты у нас очень помазанный, очень сильный человек. Ты у нас жизнерадостный и плодовитый. За тобой хочется идти. Поздравляем! Поздравить вас с вашим прекрасным юбилеем и пожелать вам великой славы Божьей. И пусть Господь вас обильно-обильно благословит в служении дома на каждом месте. Шалом, Иерусалим, привет из Израиля. Мы сегодня из благословенной земли Израиля хотим передать привет и благословение пастору Артуру. Артур, мы благословляем сейчас твое служение, твою семью, твою жену, твоих детей. Пусть в твоей жизни Бог благословит тебя. Пусть в твоей жизни будет только успех и Божье благословение. Во имя Иисуса Христа. Feeling out of place, I'm feeling strange. Take me to a place where they know my name, where everyone knows my name. Дорогой папа, я поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе счастья, любви и крепкого здоровья. Пусть Бог тебя благословит во всех твоих делах, в твоем служении. Мы очень сильно тебя любим. Спасибо тебе за то, что ты у нас есть. Я очень благодарна тебе за то, что я воспитана таким отцом, как ты. Мы тобой очень гордимся. Ты наш самый любимый отец. Я поздравляю тебя от имени твоих дочерей. С днем рождения! Дорогой пастор Артур, поздравляю тебя с твоим юбилеем. Желаю тебе, во-первых, протяни подольше на этой земле, чтобы ты еще принес много плода. Желаю тебе успех, который обещал нам Бог. Желаю тебе размножения, которое обещал нам Бог, процветания. И вообще хочу пожелать тебе самого главного, чтобы тебя окружали правильные люди. Люди, которые верят в тебя, люди, которые следуют за тобой, люди, которые помогают тебе, люди, которые искренне с тобой. Пусть тебя Бог благословит во всем. Господь тебя не оставит, а ты следуй за Ним. И я верю, что в следующие 50 у тебя все получится намного лучше, чем в эти предыдущие.
как Иисус сказал, я пришел вам объявить юбилей. Это был такой год, когда прощались все грехи, все долги, возвращалось все украденное. 50-й год. Возвращалось все украденное. Все, что у тебя украл дьявол, все вернется. Все, что ты задолжал, все тебе простится. Все, что ты не мог сделать, все сделаешь. И самое главное, божественное обеспечение, которое было у евреев на протяжении 4 лет, потому что юбилейный год – это был перерыв 4 года в сеянии жатвы. Они не могли ни сеять, ни жать, но Бог обеспечивал их. Поэтому я верю, Бог тебя обеспечит всем необходимым, и ты пойдешь и принесешь много плода. Будь благословен. Озари мое сердце славой своей, от Духа своего Святого, и злей, и злей, и злей. Пусть после этого рубежа твое сердце будет наполнено Божьей славой. Когда приходит слава Божья, решаются абсолютно все вопросы. Враги становятся друзьями. Саул, на которого слава Божья сошла, инквизитор превратился в апостол. Когда слава Божья опустилась на колесницы фараона, они пошли на свое место. Слава Божья – это решение всех наших проблем. Когда Халева и Иисуса Навина хотели побить камнями, потому что они говорили: «Пойдем в обетованную землю», и хотели побить камнями, но Библия говорит: «Слава Господня опустилась на них, и никто не смог тронуть». Поэтому я желаю, что после 50-летия ты был носителем божественной славы, чтобы ты торжествовал во Христе и благоухание познания о Нем распространял на всяком месте. Люблю, благословляю, еще раз поздравляю с днем рождения, крепкого здоровья, благословения в твоей семье, в твоем служении. И пусть Бог тебя обильно благословит, безграничного тебе счастья, крепкого здоровья и огромной безбрежной любви. Люблю, благословляю. Неизменно твой пастор. Дорогой мой друг и брат Артур, я от всего сердца хочу поздравить тебя с таким потрясающим юбилеем, 50-летием. Я немножко от тебя впереди нахожусь, всего на 1 год, но знаю, что 50 лет – это половина жизни. А половина жизни – это прежде всего способ оценить, что произошло вчера и чего ждать в будущем. Ты состоялся как человек, как пастырь, как муж, как отец. И я верю, что с этого дня, с дня твоего 50-летия, начнется умножение во всех сферах твоей жизни. Бог все умножит, Бог благословит, Бог даст тебе рост, Бог даст тебе больше помазания, Бог даст тебе больше финансов. Ну, и слава Богу, что кавказское долголетие и здоровье у тебя уже есть. Пусть Бог тебя благословит во всем. Люблю тебя, желаю тебе всего самого лучшего с 50-летием. Амин. Been traveling forever, but now that I found a home, feels like I'm in heaven. See, I've been traveling forever, but now that I'm home, feels like I'm in heaven. Дорогой мой муж, я поздравляю тебя с твоим юбилеем. Прошли уже с тобой немало, ты много уже экзаменов сдал. И пусть 50 лет – это будет новый этап твоей жизни. Я поздравляю тебя, я очень тебя люблю. И я знаю, у тебя все получится. И самое лучшее у тебя только впереди. Пока. Люблю тебя.